Мы приехали с командой Чернівецької області, знаем Чернівецькую федерацию смешных единоборств. Цілком задоволений турниром, гарная организация, в чудовому місці. Приехали из города Полтавы, представляем клуб «Бронеборки» Полтавский. Я ожидаю медали, я знаю, я по-любому должен выиграть, или хотя бы минимум будет медаль. Это второй турнир в Украине, за победу в котором призывается звание мастера спорта Украины. Здесь очень много спортсменов ярких, которые являются членами сборной Украины, ну и кандидатами в члены сборной. Как вы видите, сегодня бои на высоком уровне проходят. Организация, я вам скажу, что, наверное, мало мест в Украине, которые могут позволить себе провести организацию турнира на таком высочайшем уровне. Здесь практически отражены все виды единоборств, которые существуют в мире. Почему мы и сейчас являемся одними из фаворитов в развитии единоборств? Потому что мы объединили в себе практически все лучшие свойства всех единоборств. Это и бокс, это и кикбоксинг, это и борьба разных видов. Поэтому зрелище очень высокого уровня, и спортсмены, которые обладают навыками в ММА, они могут участвовать практически в любых единоборствах, которые есть в Украине.